Так, с Тонечкой делаем мороженое. Рецепт прислала Леночка. Значит, нужно сначала взбить сливки 33% из холодильника. Потом до густоты взбить. Вот. Потом добавить туда сгущенку рогачевскую. Вот. Ну, мы еще с Тонечкой решили с орехами грецкие орехи. А потом, когда застынет, на 7 часов в морозильную камеру, не меньше, чтобы застыло все это дело, и будет мороженое. И потом мы посыпем... А, даже можно сейчас посыпать шоколадной крошкой. Угу. Так. Ух ты, прям густо-густо. Сейчас посыпем шоколадной крошкой. Так, где она у меня, крошка? Вот. Крошка-морошка. Так, сейчас. Крошка. Так. Слушай, надо еще здесь вот... Так, снимай ложкой. Сейчас доставим там еще вкуснятина. Во, какая вкуснятина. Это вообще просто сразу можно кушать и так, да? Да. Ой, вкусно как. Сейчас обожрёмся я. Ну, Тонечка, мы же с тобой культурные люди. Ладно. Так. О, во как, во вообще, это мороженое. И так просто готовится. Взбил сливки, добавил сгущенки. Пожалуйста тебе. А если, значит, добавить сгущенку вареную, то получится мороженое крем-брюле. Так, вот шоколадом. Посыпаем шоколадом. Ёлки-палки, я не могу. А таз, ну это такая вкуснятина. Это такая вкуснятина. Вообще просто, я не знаю. Слов это... нет. Ой, Тонь, смотри, шоколада как? Достаточно или еще? Ну, шоколада еще мало не бывает, правильно? Да. Тоник, это мороженое с первого раза у нас с тобой получилось. Уже могу сказать, что получилось. Потому что, ну, это вообще супер-пупер. Даже и клубнику сюда можно не класть, да? Да. Так, а где Барсик? А сейчас посмотрим, где Барсик. Барсик из-за шума ушел. Так, и где Барсик? А Барсик возлежит в гамаке. Тонечки тут нету, и поэтому он устроился. Да, конкурент его пришел. Ой, мои сладенькие мои. Так, ну ладно, пойду ставить мороженое в морозильную камеру.